Здравствуйте, это канал Максимадзе. Наступил май. Собственно говоря, это последний этот месяц весны. И мы сегодня в Angry Birds Seasons поиграем в эпизод, который как раз таки посвящен весне. Он называется Мэри Хам Тойнетте. Посвящен он приходу весны. Собственно говоря, у нас не приход, но тем не менее. Весенний эпизод, так что давайте... Ой. Сыграем в него. У меня опять закладывает нос, а это скорее всего от того, что начинает все цвести. А у меня на это аллергия. Здесь у нас белые доски есть. Собственно, это один из новых эпизодов. Ну как новых? Все эпизоды уже старые, но это не... Это уже из более таких... Более поздних, более последних эпизодов. Бивейр, блин, какой-то. Опа. Опа. Ломаем все. Но один остался, к сожалению. Да, надо было вот так стрелять. Это статуя, ее можно не уничтожать. А тут у нас статуя супер сильного свина, которого на самом деле не существует, бля. Собственно, эпизод посвящен какому-то древнему этому искусству. Что-то я не пойму. Вот я слышу звуки птичек поющих. Это отсюда или это с улицы я слышу? Непонятно что-то. Окно вроде закрыто. Не освободили бомба, ну и ладно. Он... Мы и без него справились, но, собственно, Bubbles вот освободили, он добавился. А, это не рушится, что ли? Немножко не долетело. Тут не так-то просто что-то пошло уже. Окей, отлично. Вот сейчас было неплохо. Отлично. Так, красные доски у нас еще есть. Довольно красивый эпизод. Красивая локация. Выглядит все красиво. Но это не классика. Это не та классика, что мы видели в более таких ранних первых эпизодах Angry Birds Seasons. Ностальгию с этого эпизода вы точно не почувствуете. Скорее всего.
Блин, я не думал, она не рушится. Чё-то не обратил внимания немного на это. Это не разрушилось, жалко. Дальше то, что будешь делать? Сложноват, немного что-то. Ну чё, она не рушится-то, ё-моё. О, тут даже картинка своя в этом эпизоде. Ничего себе, вот на экране проигрыша есть, ничего себе. Интересно, интересно. Ладно, давайте используем это дело. А то это надолго затянется, чувствую. Так, еще какое-то искусство мраморное здесь. О, вот это разрушение пошли, ничего себе. Неплохо, неплохо сыграли. Так, теперь вот так. Какой-то столик у нас тут с динамитом вместо нормальной еды. Что это такое? Как это объяснить? Что за шляпа? Еще одна шляпа. Что это все дает? Жалко, не падает. Свин. О, вот сейчас получше удар был. Намного. Хорош. А, это... этот... коллекция предметов. Кстати, надо здесь, в этом эпизоде есть одно золотое яйцо, надо заглянуть в фантом, посмотреть, на каком оно уровне находится. Если я его так, если я его сам не увижу. А пока просто стреляем. Пытаемся что-то делать. Thank you.
хорошо. Окей, окей. Так. Ну-ка, где у нас золотое яйцо? В эпизоде два золотых... А, в эпизоде даже два золотых яйца. А, нет, нет. Тут не... Нет, золотое яйцо одно. Тут еще за все три... за три звезды, но это я делать не буду. 1,8 на уровне. А, на, то есть на предыдущем, что ли? Крайнем правом кустике. Отлично. Ну ладно, теперь идем в 9-й эпизод, этот уровень. Надо вон ту постройку разрушить, которой это... Вот эти кустики тра... А, господи, чё я парюсь? Можно же вот так сделать. Ножка не туда попал. На скрипках еще играют, блин. Хорошо. Неплохо. А, сердечки из Хуснкис. У нас тут появились. Падай, падай. Не, все-таки не упал. Ну ладно, что взял, давайте используем. Я не вижу, кто там. А. Я туда лучше стрельну, наверное. О, господи, да что ж ты будешь делать? Ну да, тех не достали.
Хорошо. О, хорошо, неплохо. Господи, зачем я это нажал? Эта фигня не разрушилась, она не рушится, оказывается. Что там? Что за флаг, кстати? А, короля свиней флаг, что ли? Ничего себе. У короля свиней есть свой флаг, ё-моё. Ай, блин. Так быстрее был намного. А, вам нужно 7 или более звезд, чтобы открыть этот уровень. Использовать 200 монеток. Конечно, использовать. Нет, там уже бонус на весьма пошли уровни. Которые уже открываются за монетки, либо за звезды. Звезд у нас очень, видимо, не хватает. Что это за... Это лава, господи. Птицы у нас лавы не боятся. Это их освобождает, ё-моё. Тоже как-то сложно что-то немного. Thank you.
А, король свиней. Его величество сейчас отведает силушки птичьей, собственно, как всегда оно и было. А, птиц постоянно не хватает, ё-ма. А, вот интересно, он... Вот тут... А, он тут проплывает, ё-ма. Я думал, это... Я думал, туда не... Туда только врежешься. Не более. А коса, она сквозь нее проходится. Так лучше сделать, наверное. Нет, нет, лучше вот так сделаем. А как эта штука рухнула-то сама по себе? Мы же в нее вроде не врезались. А, или может быть там ящик этот падал со звездой в том месте. Я что-то не помню уже. 350 монеток, пожалуйста. Ох, это еще что такое, блин. Как это проходить? Какой-то сложный уровень, честно говоря. О, господи. Не долетит, я чувствую, туда. А может и долетит. Все. Собственно, этот эпизод уже выходил... А, ну да, этот тоже давайте пройдем. Эпизод этот выходил, когда уже вышел этот Angry Birds в кино.
Поэтому картинки как бы с ихнего стиля. Надо, наверное, стрельнуть ближе к середине куда-то. А это что за... А, это яйцо золотое. Это золотое яйцо, ничего себе. Какой необычный уровень, ё-моё. Ну, три свинки. Зарытые в кустах, блин. До которых добраться не так уж и легко. Окей. Нелегкий уровень, конечно, но весьма необычный. Не, туда не долетит. Да что такое? Что за сложный уровень-то? Я не знаю, как добраться до этого самого дальнего. Не, мимо вообще. Thank you.
Да ну его нафиг, короче, что-то какой-то сложный уровень сильно. Ладно, такой вот, короче, эпизод был, посвященный весне. Прошли мы его, не сказать, чтобы прям идеально, но прошли. На сегодня все, с вас и господь, подписывайтесь на меня, пишите видосы, подписывайтесь на мой влоговый канал, вступайте в ВКонтакте и всем пока.